Химки – один из самых густонаселенных районов Подмосковья. Практически в каждой семье есть автомобиль, а то и два. Поэтому найти парковку во дворе – настоящая головная боль. Дмитрий Седов – житель многоквартирного дома в микрорайоне Новокуркино. С работы приходит поздно вечером и долго ищет место для машины. Поэтому вместе с соседями обратился к администрации городского округа. Мы вместе с инициативной группой, совместно с территориальным управлением Новогорск-Планерная, прошлись по территории микрорайона, наметили возможные места для увеличения парковок. Хотелось бы, чтобы со стороны администрации был предоставлен какой-то план работ по данному вопросу, по тем моментам, что мы указали, по возможности увеличения парковочных мест. Наиболее остро в создании дополнительных машиномест нуждаются жители микрорайонов Левобережный и Новокуркино. Проанализировав ситуацию на общегородском совещании, глава округа взял решение этой проблемы на личный контроль. В течение 3 лет на территории 2 микрорайонов будет создано свыше 14 тысяч дополнительных парковочных мест. Также для реализации проекта подобрано около 60 земельных участков. В рамках наших программ с Министерством транспорта Подмосковья мы будем строить так называемые парковочные карманы, которые относятся уже к придомовой территории. Также мы будем строить многоуровневые парковки на абсолютно конкретных и понятных для нас сегодня участках. Для этого создана сегодня комиссия в администрации. Я лично буду ей руководить. И каждую неделю мы будем продвигаться по этим 14 тысячам машиномест. Также на оперативном совещании обсудили незаконные самострои. Такие объекты – серьезная проблема для города. Чаще всего предприниматели ведут незаконную деятельность, официально не оформляют сотрудников и не платят налогов. Администрация городского округа внимательно следит за нерадивыми предпринимателями и предотвращает такие случаи. За 2 года в Химках демонтировали около 80 незаконных построек. Полсотни объектов рассматривают в суде, и еще столько же самостроев поставлены на контроль структурных подразделений администрации городского округа.